Проверять сотрудников нужно только работой. Ну, то есть, вот как человек трудится, такой он и есть. Но при этом проверка работы не означает только выполнение своих обязанностей, а означает также отношение к своему выполнению. Потому что, когда человек выполнил все и остался скромным, вот это и есть, сдал экзамен на пятерку. А если он выполнил все и понты гоняет, значит на четверку. А если он уже не выполнил, на тройку. И так далее, понимаете? Вот так примерно.